Ежегодно весной в преддверии майских праздников в нашей стране проводится всероссийская акция «Сад памяти». Ветераны, молодежь, представители администрации, общественности и трудовых коллективов высаживают в парках и скверах деревья как знак памяти и благодарности всем защитникам Родины за мирное небо над головой. Славянский район – активный участник всероссийской акции «Сад памяти». В этом году с инициативой высадки аллеи выступил молодежный совет управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю. Администрация района это доброе начинание поддержала. В Славянском районе каждый год высаживается «Сад памяти». Я хочу сказать большое спасибо Михаилу Погосовичу за инициативу, что вот сегодня мы с вами действительно проведем такое хорошее мероприятие. Высадим деревья. Это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Это дань памяти тем, кто погиб в разные времена за защиту нашей Родины. И мы сегодня те имена увековечим именно в деревьях. Не в мраморе, не в бронзе, а именно в деревьях. И поэтому я всех еще раз поздравляю. И вот, наверное, Славянский район силен тем, что есть вот такие добрые традиции, есть уважение к старшему поколению, есть память, которую мы храним. Поэтому всем спасибо за то, что пришли сегодня сюда принять участие в таком хорошем патриотическом мероприятии. В акции «Сад памяти» приняли участие представители Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю, глава города Александр Берсенев, жители Славянского района. Видя здесь вот эти молодые лица, которые с таким вот с горящими глазами как бы участвуют в нашем мероприятии, это дорогого стоит. И поэтому мы будем нести и, может быть, даже где-то усиленно возрождать тот патриотизм, который нас был заложен нашими дедами, прадедами. И поэтому вот эта акция, я думаю, что она станет не последней. И мы еще когда-нибудь приедем сюда, в Славянск, на Кубани, через сколько лет, посмотрим на те успехи, которые сегодня мы заложим, ну и высадим новые деревья. Спасибо. Мы сегодня участвуем в мероприятии, посвященном памяти защитников нашей Родины. Сотрудники инспекции, входящие в актив профсоюза, молодежного совета, регулярно участвуют в мероприятиях, приуроченных к различным памятным датам, организовывают спортивные мероприятия, организовывают сбор гуманитарной помощи участникам СВО. Молодежный совет в инспекции появился не так давно, но благодаря активности ребят, их инициативе, можно с уверенностью сказать, что это один из самых активных молсоветов ФНС России в Краснодарском крае, за что хочу их поблагодарить. Новую аллею решили заложить в Северном парке. Участники акции посадили 15 деревьев с необычным названием – ликвиндамбары и альбиции. Эти породы деревьев отличаются красивыми листьями и цветами. Каждое высаженное дерево – сердечная благодарность, безграничное уважение и низкий поклон всем защитникам Родины. Прогуливаясь по аллее, славянцы будут вспоминать об их подвигах и мужестве. Ведь, как известно, пока жива память, жив и сам человек. А эти пока еще маленькие деревца будут живы напоминанием ныне живущим обо всех защитниках нашей Родины. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».